Итак, сегодня в течение всего дня я буду периодически делать включения, рассказывать, каким образом вообще происходит работа свадебного организатора. Итак, заранее составляется тайминг, составляется сценарий дня, техническое задание, которое отправляется всем, кто работает. Тайминг отправляется тем подрядчикам, кто не сильно задействован, так скажем, в мероприятии, к различным артистам, которые приезжают буквально на часик выступить, иллюзионистам, шаржистам там, и прочим. Сценарий дня обычно отправляется подрядчикам, которые работают, которые более задействованы в мероприятии, таким как ведущий, фотограф, видеограф и прочее, кавер-группы и так далее. Техническое задание отправляется площадке. В техническом задании расписывается очень подробно все абсолютно, что касается площадки. Во-первых, как стоят столы, сколько человек за столами, что конкретно завозится из оборудования, что конкретно завозится из декора, какие машины заезжают на территорию, номера машин. Дальше согласованное фуршетное банкетное меню, список алкоголя. Дальше, что от площадки выдается, какая мебель, какой текстиль и так далее. Что везет декоратор, что везут молодожены, что везет техник и так далее. Да? То есть, что от кого везет, чтобы площадка четко понимала, ага, мы должны дать вот такое-то количество столов, там, так далее. Площадка все смотрит, если возникают какие-то вопросы, то задает эти вопросы, если не возникает вопросов, то так. Ну, чаще всего вопросы возникают, естественно, площадка перезванивает и эти вопросы дает. Дальше, когда наступает утро, то чаще всего невесты думают, ну, утро наступило, как бы все нормально. Почему я частенько говорю, ребят, даже если вы там не готовитесь с организатором, возьмите хотя бы координатор. Я всегда об этом говорю. Я не просто так об этом говорю. Я понимаю, почему. Потому что вот сегодня, допустим, с 7 утра мне периодически, несмотря на то, что все было отправлено всем, сценарий, тайминг, так далее, все равно люди звонят и задают вопросы. Мне звонили там ребята техники, да, которые там выгружаются, их там пускали, не пускали, они не понимали, куда ехать там и так далее, куда выгружаться. Дальше мне звонил техник от декоратора, который тоже не понимал, куда там, чего, где и как, хотя, в принципе, все, в общем-то, все ТЗ, все ЦУ были даны, но тем не менее, да, все равно люди звонят, задают вопросы. Сейчас, опять же, звонит техник, спрашивает, куда ставить экран, где будет располагаться то, сё. То есть в любом случае всплывают и возникают какие-то вопросы, да, которые не совсем понятны техникам, может быть, не совсем понятно там техникам от декораторов и так далее. У нас сейчас работает Настя, да, координирует мероприятие, с невестой находится. В параллель Насте звонят там фотографы, звонит там стилист и так далее, задают вопросы, куда идти, где находится, какой номер там и так далее, как зайти, как подняться там и так далее. То есть, грубо говоря, все эти вопросы утром решает координатор и решает организатор. То есть, если этого человека нет, то эти вопросы утром, на телефоне утром висит невеста.